Так, еще раз всем здравствуйте. У нас что-то оборвалось. Сейчас связь восстановилась, слава богу. Индира, вот она. Вот, мы соединяемся. Дыши глубоко. У меня сильно выводит руку, прям сильно. У меня прям, я не знаю, что с моими руками, прям мне больно. Дыши глубже. Что делать? Что хочешь? Рисовать? Ой, не знаю. Я не знаю, иди. Я не помню, иди, поработаю. Закрой дверь. Чем не дело в своих интересах быстро плакать. Начать. Быстрее закончится. У меня слез Дыши. нету, мне сильно болят руки, прям Я сильно. понял тебя. Дыши глубоко и реви. Потому что сейчас будет тебе хуже, 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 потом тебя вывернет все нахер. Но у меня не ревется, мне просто больно. Ты мне сейчас ничего не объясняй. Поняла? Закрой глаза, просто дыши. Давай. Твой папа. Я нет, я не строгий. Не подглядывай, ты дыши, мы тут пока. Пока ты дышишь, мы поговорим. А руки не сводит? Мне больно, я же говорю, я вообще испугалась. Мне прям сильно сводят руки. Что мне делать? Вот так делается, вот так. Вот тут сюда все. Так не делается, мне Давай. вот здесь Вот так больно. сейчас делается. Вот сейчас вот так сделается. Дыши глубоко, будет очень херово. Я тебя просто предупреждаю. Лучше начни заранее плакать. Будешь выпендриваться, будет еще хуже. Я не выпендриваюсь, я готова хочу делать. Ты сейчас не умничай. Мозги выключи, я тебе говорю. Так, молодец. Еще. Давай, давай. Дыши глубже, не останавливайся. Подскажите, что вы делаете? Мы дышим эмоциональные блоки с Индирой. Индира, дыши глубоко, не подглядывай. Просто дыши. Ага. Вернула, да? Давай, давай дальше. Еще. Глубже дыши, не умирай там. Мне Еще. плохо. Да дыши ты глубоко, я тебе говорю. Туда блоки убирай. Выдыхай. И сейчас вон на тебе.
Не сопротивляйся, плачь. Сделай глубокий вдох и потихоньку букву А дай. Еще давай вдох. Давай, давай. Дыши. Дира. Дыши глубже, если я говорю. Не останавливайся, а? Мне так плохо, капец, прям плохо. Вот честно, рядом был бы, сейчас ремня бы как тебе дал бы. Выплакивай, я говорю. Я тебе не только глаз выдаю, выдыхай давай. Ты непонятно где, понимаешь, ты посередине застряла это сейчас? Да, закрой вот глаза и дыши. И прям для себя работай, пожалуйста, а? Не открывай глаза вообще. Боже мой, боже. Давай, 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 давай. О, господи. О, боже мой. Господи, помоги, пожалуйста. Как мне плохо. Господи. О, господи, помоги, пожалуйста. Господи, помоги. Господи, пожалуйста. О, помоги. О, боже мой, помоги. Индира, вы плачете. Плачь давай. О, боже, я не могу плакать, мне больно. Плачь, я тебе сказал. Как я позвал, Господи, пожалуйста. Ну, хочешь еще, чтобы больнее было? Давай еще потерпи. Господи. Помоги. Помоги, пожалуйста. Господи, пожалуйста. Руки. Вира, я знаю, что с тобой происходит, поэтому плачь быстрее. Глаза закрой и перестань объяснять. Когда спрошу, объясняй. Сейчас закрой глаза, дыши, я тебе сказал. Мои руки. Господи, помоги. Ох.
мои руки. Ой, больно. Доступно ящему, да. Выплакивайте, сказал. Давай, давай еще. Мои руки. Можно. Я не чувствую руки. Нира, плачь. Вот так, мой хороший, давай. Вот так, еще. Плачьте, потому что ваша босс ее регенерирует, и для этого слезы идут. Руки. Выпускай. Руки у нее онемели, ее сворачивается, и это, я не знаю, как вам по-умному сказать, по-умному это энергоинформационное воздействие на биополе человека, то, что происходит с ней, делами. Грубо говоря, это вот магия, это вообще. Руки. У людей, у которых с руками вот такая ерунда происходит, у них ничего не получается. Что бы они ни делали, все стоит на месте. Индира, плачь. Это громко сказано. Я реально про магию. Да. Иначе вы это как объясните, что сейчас происходит? Выдох. Это не с телефона, это по-другому все делается. Индира, что отпустила? Дыши глубже. Если не отпустила, дыши глубже. Еще. Давай еще. Ah.
Заплакивай. Могут быть тяжелые руки, но не скручивай, да. И это не принятие себя, это себя прими, у тебя все пойдет быстрее. Левое колено не хочу идти с женщиной. Посмотри. После того, как она выплачется, вся высвободится, конечно, будет легче. Дышать будет глубже. Ощущение счастья выше. Это же дорого стоит. Не держи дыши, куда пропал. Не держи дыши. То интернет тупит. То ли у меня, то ли у тебя, не помню. Угу. Слава Богу, что твои руки вернулись. Я так испугалась. А что тебе страшно? Я думала, что я их не буду чувствовать всегда. Ты же у Макталки была, тебя это не сворачивало там? Откашляй, иди в туалет, блевани прямо, хочешь? Нет. Стоит в горле? Нет. А, ну все тогда. Ты рассказываешь, что с тобой происходило, он, а то все волнуются. Сначала здесь было больно. Сильно было больно, особенно когда прервался эфир, я вообще испугалась. Потом я вообще не могла пошевелить руками, я их не могла поднять. Это было вообще, я и внутри так переживала, что я их не могу поднять, ну и вообще, и даже до сих пор у меня вот в голове все зудит, и в носу, и с ногами, и когда дышала, мне было больно. Это вообще ужасное ощущение. Тяжело, не знаю. Угу. Угу. Сейчас что чувствуешь? Сейчас, ну вот у меня трясутся руки, как у наркомана. Что чувствую? Ну, классно, что я выплакалась. Ну, вышло вот это, не знаю, мне легко, вообще супер, что вышло все это. Я прям поплакала от души. Я не знаю, веришь, не веришь, это воздействие извне на тебя. Ага. И из-за этого руки вот так сворачивают, и в общем, ага. У меня глаза сильно еще дергаются. Ты, короче, я не знаю, там когда, ну, 2-3 марта я буду в Астане, тренинг будет, приходи. Мне, вы не представляете, если получается, как нужно к вам идти. Я только днем и ночью думаю, что как мне к вам попасть. Потому что меня очень сильно мучает мое предназначение. Это вообще я так нервничаю из-за этого сильно. Что за предназначение? У меня много девяток. Мое предназначение, я же не могу нигде работать, ну, я везде... Почему? Короче, я стою на месте, я не могу работать, я нигде не срабатываюсь. Сказали, девятки, что это я... что за херня, ты по-русски можешь разговаривать?
Что это, что я эзотерик, что мне нужно заниматься этим, что мне нужно духовно развиваться, вот этим заниматься, а я не хочу принимать. Что у меня типа два варианта. Либо психушка, либо принять вот это все. Совсем категорично как-то. Совсем все категорично, смотри. Ты можешь выбрать сама свой путь, если ты хочешь в это нырять, ныряй. Если не хочешь, не ныряй. Ну, сказала, если я не нырну туда, то я сойду с ума. Потому что я всегда мучаюсь, мне приходят вот эти сны, все, что я не подумаю, не скажу, потом это все забывается, и мне самой от себя иногда страшно. Индира, здесь слушай сюда. Мозг себе не бибикай, ладно? Ну, вот у меня-то это все застряло внутри, а теперь мне надо это вытащить? Мозг себе не бибикай, приди на тренинг, потом посмотрим, что с тобой дальше делать. Ну вот, мне, да, надо идти. Проорешься, проплачься, а потом посмотри, что дальше. Посмотришь, понравится, не понравится, покажу тебе дорогу, если хочешь. Не захочешь, иди в другую сторону. Куда хочешь, потом туда иди. Сильно на свои эзотерики не цепляйся. Потому что даже если у тебя предназначение, ты не сможешь от этого отказаться никак. Ну, и вот. Обойти ты это не сможешь. Ну не могу. Вот. А если... Чего? Ну, блин. Ну, а если не захочешь, не захочешь? Ну, если не захочешь, то, то тогда я сойду с ума. Ну, что за блохерь еще, а? Ну, вот... Ну вот, да, из-за этого мне нужно к вам. Из-за... Вы мне мозг не своими этими... Поняла? Так быстро с ума не сходят, не переживай. До этого же нормально ходила? И после будешь нормально ходить? Ну да, мне теперь надо просто... У меня это же в голове застряло, я же думаю 24 часа об этом. Вот я тебе снимаю вот порчу все. Поняла? Так это не порча. Все нормально же. Будет. Непременно. Это же не порча. У тебя это магия была. У тебя сейчас это была магия. Это воздействие извне. Это тебе делает кто-то со стороны. Поэтому приди, почисти, потом разберешься. Вообще мозгами своими не думай. Нахер они не нужны, твои мозги, поняла? Поняла. Поняла? Да. Нет, твои мозги нафиг не нужны. Ты можешь себе трахать их там еще кому-то, мужу там можешь весь мозг вынести. Меня побереги, пожалуйста. Предназначение. То, что тебе нравится, это то, чем ты можешь заниматься сутками и без денег. И когда тебя не просят, этим и занимайся. Если ты хочешь эзотерики, выбери какое направление. Что в эзотерике направление тоже херова гора. И непонятно. И там дорога зыбкая, если честно. У эзотерика. Так я трусь. Понимаешь ты? Я и так-то боюсь всего. И когда я услышала это, я вообще же еще больше теперь боюсь. Я вот именно, что я все это в себе держу. И мне еще... Вот я тебе говорю, ничего такого не случится. Вот пойдете? Наколдуете сейчас? Нет, я... Пойдет? Нет, мне все равно надо. Я пока к вам не приду, я не успокоюсь. Я знаю, из-за этого я этот... Короче... Второго, третьего приходи. Мозг никому не выноси со своим предназначением, поняла? Так я-то это все в себе держу, я никому не говорю. Значит, себе не выноси мозг. Вот именно, что знаете, что я так нервничаю. Ну да, ну ладно. Короче, смотри. У тебя в Ютубе, короче, забьешь. Письма прощения. Выйдет этот. Письма прощения, сядь и пиши 40 дней, поняла? Ну блин, это же нереально каждому писать. Хорошо, еще 40 лет поноси это говно в себе, потом придешь к своему предназначению. Ты свое дерьмо из себя вытащить не хочешь, а хочешь помогать людям. Ты мне мозги не трахай, поняла? Да, я просто... Хочешь, если заниматься людьми, займись собой сначала. Ты свои обиды не вытащила, а хочешь с людьми разговаривать, работать. Индира, так не бывает. Если для тебя 40 дней это много, ты что людям говорить будешь? Блин, просто их же, и людей этих так много, это каждый, я-то думала, что я сегодня папе напишу, завтра маме, оказывается, 40 дней надо всем писать.
Да, да. И я вот... А ты на халяву хотела в эзотерику зайти, да? Если ты хочешь, короче, убирай нахер эти письма, иди работай на завод. Иди устройся офис-менеджером и сиди, не отсвечивай. Так, я не смогу даже этим, да, я даже не смогу этой посудомоечницей работать, потому что у меня не получится, потому что меня будут толкать что-то туда, ну, как я поняла. Отключи ее. Поэтому берешь, пишешь письма прощения, поняла? Услышала? Да. Да. И потом берешь, слушаешь аффирмации 3 раза в день. Что слушать? В Ютубе есть аффирмации. В Ютубе есть. Запишешь аффирмации для женщин, слушать 3 раза в день. Выйдет мой ролик там без лица, без ничего. И слушаешь 3 раза в день. Утром, в обед и вечером. Утром, в обед и вечером. Хорошо. Поняла? И прям слушай, потому что тебе свой мозг нужно перенаправить будет. Хорошо. Ты туда не смотри, ты на меня смотри. Читайте. Да эти запарили-то, вот эти пишут там. Молча. Я представляю, что они завидуют, что я вообще в эфире. Я просто раньше так же думала, блин, как бы Смотри, нет, попасть в эфир. не обращай внимания, смотри сюда сейчас. Я тебе говорю, письмо прощения пишешь? А потом пишешь аффирмации, поняла? А письма прощения. Ну, ладно, да. Блин, и все-таки придется писать эти письма. Буду А писать. ты оттуда никуда не уйдешь. Ну да. А то будешь Просто эзотериком недоделанным. столько много людей вот этих, кому мне придется письма эти Ну, писать. вот этих, да. Ну, а что ты на всех обижаешься? А у меня вечно все виноваты. Ну вот, разберись с этим, а потом будешь Вы же прямо, эзотериком этот прям, вы заниматься. прямой эфир сохраните же, я хочу посмотреть просто. Он будет везде, он в Ютубе везде будет, не Да, переживай. мне, я вообще не переживаю, мне как-то этот, я хочу Хорошо. посмотреть на свое состояние. И что я там вообще несла? Но зато классно. Люди, зато мне классно. Спасибо большое. Здорово. Себя, да, потом послушай в эфире. Это потому что у тебя сопротивление какое-то такое непонятное было. Ну да, я долго Очень не странно. Ты выходила. была, ты была то ли здесь, то ли там, то ли тебе надо было выглядеть, то ли тебе надо было с собой работать, у тебя в голове херня какая-то была. Ну, это было такое ужасное состояние. Я вообще, когда эфир прервался, я же говорю, я испугалась, что я сейчас там и застряну в этом состоянии. Это было, во-первых, и больно, и у тебя все зудит, ты рук не чувствуешь. Я реально, клянусь, я рук не чувствовала, люди. Это ужасное состояние. Первый раз, особенно когда такое ловишь, это страшно. Это необычно страшно. Страшно, да. Ну, просто, видите, я-то еще через чуть-чуть-то прошла, ну, через это, через Махпал. А вот это, да, было страшно. Там хоть было больно, а тут было страшно просто. Это потому что без прикосновения. Еще, вы Поэтому. знаете, что я боюсь к вам идти, потому что будет так больно, блин. Если бы я был рядом, я тебя ушатал бы, честно. Но это же так Напинал больно, бы господи. ты. Да, это не больно, это ужасно. Это больно, да, первые 3 секунды, а потом, когда это выходит, уже не больно. Это ужасно. А теперь что с моим Там глазом? страх. Он продавлен или нет? Или как это теперь? Я не знаю, что там продавлено у тебя, нет. Я тебе говорю, приходи. Ну, да. Я не могу тебе это, потому что ты сопротивляешься еще. А придешь, ушатаю и все. Я вот очень сильно вас боюсь, да. Чуть-чуть страшного такого. Запрети на расстоянии так, как ты. Да. Потому что от этого надо избавляться, потому что вот это влияние надо снимать. Оно очень сильно влияет на твою жизнь. Да, у меня сейчас вообще же, ну, не сладко, я даже не знаю, куда себя деть. Ну, мне сейчас тяжело. Это еще, это вообще
хорошо, что мне 26 лет, и хорошо, что вы сейчас есть. А, все, угу. А люди-то живут с этим. И, не, вот, и вообще и ходят, вот, и не понимают, что с ними творится. И вообще это классно, что вообще есть... Сняли это в 33 года сняли. Ну, с меня такого в 33 сняли. Ну, я счастлива, что я, что, что мои окружения... Себя пораньше. Что, ну, что я знаю про вас, а некоторые люди-то не знают и мучаются. Не знаю. Я всем говорю, вот придет мой братишка, он к вам пойдет. Все мои пойдут к вам. Потому что это надо, блин. Потому что ты начинаешь жизнь по-другому. Ты сама попади сначала, ладно? Ну, ну да, но я... Сама попади. Да, а то много просто... таких, знаешь, всех отправит твоих, а сама сидит. Тот, кто просит, больше всех нуждается. Приходи сама первая, поняла? Да. Я тебя жду второго, третьего. Приди на тренинг, ты офигеешь, я тебе говорю. Это круче. Ну, да, мне нужно на тренинг, потому что, во-первых, мне даже этот... А на тренинге там будем наполняться? Будем, будем. Все будет. Два дня. Ты сейчас со мной была минут 20, наверное, 30. Два дня. Представь, что там будет. Ну, это, ну не знаю. Классно. Угу. Че, ладно, тогда спокойной ночи. Эфир еще посмотришь. Большое. Второго, третьего я тебя жду в Астане, ладно? Спасибо. Все, большое. Давай. Спасибо. Махалку привет, если видишь раньше. Спасибо. Ага. Давай, пока. Так, где там? Жан, Дарина. Здравствуйте. Привет, как дела? Хорошо. Тебя зовут? Да, Дарина. Дарина, ага. Да. Ты откуда? Мне из города Семей. Мне 16 лет. Давайте сразу приступим. Просто много вопросов. Ты говори, сколько 16 лет тебе? Ты откуда? Город Семей. Учусь на втором курсе в колледже. Ага. У тебя запрос какой? С чем хочешь поработать? Ну, сейчас финансовое положение. Ну, имеется в виду... Хорошо. Просто... У меня... Чё? Ты сейчас работаешь уже в 16 или что? Нет, у меня стипендия падает. Так я летом работала. Угу. Все лето. Ну, ставь телефон, чтобы он не трёсся, чтобы я тебя видел. Закрывай глаза, дыши глубоко. Ты в руке его держишь, нет? Да. Поставь куда-нибудь на что-нибудь. Тебя сейчас сворачивать начнет, и я потом... Так. Ага. Вот так, да. Закрывай глаза. Ты стоишь, да? Вот так, хорошо, да. Давай. Нравится мне с молодежью работать, они быстро шарят, что надо делать. С телефона, во всяком случае. Ее еще нет. Все. Так, давай. Посмотрим, что у тебя. Дарина. Первая. Круто. Вторая. Пойдет. Третья. Нормально. Четвертая.
Дыши глубже, Зари. Пятое. Шестое. Еще вдох. Еще раз. Не, нормально. Из груди боль выплакивай, давай. Вытаскивай, Дарин. Давай, прям болит. Вот так, мой хороший, давай. Вот так, мой хороший, давай. Выплакивай, выплакивай, да. Давай, давай. Вот так вытаскивает боль-то. Еще. Ты на папу так сильно злишься? Угу. Давай, давай, выпускай. Прям злишься, выдыхай, давай, давай. Еще. Еще давай, плачь, родная.